Привет всем, это канал Сосиска в тесте. Мы продолжаем карьеру за ЦСКА Москва. Следующий у нас матч с Анжи Махачкала. Мы на 7-м месте. Отрыв от нас очень большой уже. Так что нужно побеждать теперь нам во всех матчах. Ну, Марио Фернандо сейчас с Набабкиным у нас поменяются. Василий Березуцкий. Адамс. Витиньо выйдет вместо Субера. Ну, Чепчуков, Акинфеев, все, вот так вот. Компани у нас выбыл на 4 недели. Вывих лодыжки, перелом лодыжки. Очуметь, парни. Как так-то вы? Так, и нам нужно побеждать. Поехали. Играем мы в гостях. В ясную погоду. Нумбия. Хорош. Вот так бы сейчас, только не в штанге, парни. Все, поехали. Абумиянг. Куда ж ты отдал пас? Вниз надо было, вниз. Входим в защиту. Прессинг. Абумиянг. Пас на фланг. Шоу, красавец. Витиньо. Нашел. Загоев. Муса. Угловой. Угловой сейчас будет он наш. Пользу. Давайте мы поменяем. Дзагу. Приглашаем игрока. Отдаем пас. Абумиянг. И можно и пройти. Угловой опять же. Абумиянг. А нет, Витиньо, смотрите. Витиньо, ты не Абумиянг. Куда ж ты так финтишь? Пас в центр. Эльм. Ох, обрез-то. Ой-ой-ой-ой. Опасно. Сердер Сердеров. Василий. Витиньо на Мусу. Хорошо. Бубиянг. Гатагов. Нашевич. Эльм. Загоев. Думбия, что ж ты сейчас сделал-то? Оу! Вот это сейчас повезло. Это я вперед. Думбия. Ох, хорошо, сейчас у Загоева мяч отобрали. Выйди, Акинфеев, удар! Хорошо, все хорошо сейчас. Акинфеев, Василий. Витиньо, Нашова. Шоу. Загоев. Не прошел, надо было посильнее пас. Почему-то не развернулся. Эльм. Хорошо, Витиньо. Да что ж так... Ой, это... Эльм. Витиньо. Витиньо снова. Эльм. Хорошо сыграли в стеночку. Эльм развернуться. Осталось только Ангва. Ангва. Игра такая скучная сейчас, да, у нас? Нету никаких моментов. Игра в центре поля. Весы такие, знаете. Сначала одни атакуют, потом вторые атакуют. Потом опять в центре, потом. Опять. Смотрите, нам пробил защитник центральный. Эвертон. Шоу. Вот смотрите, неточный пас и снова атака махачкалинцев.
Заброс на Мусу. Муса, давай, додавливай. Абумиянг. Удар Абумиянга. Мим. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Какая была сейчас возможность забить гол? Воу-воу-воу-воу. Опасненько. Игнашевич, молодец. Зага. Не точно опять же. Абумиянг, Дзага. Витиньо, красавец. О, вот это вообще тупой пасок. Витиньо. Ого, Витиньо, это что сейчас было? Шоу. Муса. Сердер сердеров. Сердер сердеров. Сердер сердер сердеров. Сердер сердер сердеров. Сердер сердер сердеров. Пас. Гатагов, Гатагов. Пас сейчас будет в центр штрафной. Навес. Ушел мяч. Ушел за лицевую линию. На Бабкин. На Бабкин! Ты не Марио Фернандес. Что ты творишь-то? Вася, Вася, Вася! Ой, Якинфеев сам себе. Сам себе сейчас. Чуть не привез гол. Эльм. Цага. Думбия. Думбия. Идем в обычную. Соболев. Соболев на вес. Сакинфеев. Пас на Мусу. Думбия. Витиньо. Шоу. Еще и фолы, фолы были. Шоу возмущен этим. Матерится. Посылает всех оттуда, откуда он появился на свет. И ой, какой неточный пас-то. И Помазан, смотрите, Помазан. Мяч в руки взял. Да ему не доставило никаких трудностей. Счет 0-0 после первого тайма. Поехали, второй тайм. Что-то там строго запрещается. Я не понял, что там строго запрещается. Но что-то на стадионе Сатурн в Раменском, где играл, ну и, по крайней мере, последний матч играл Анжи, какие-то порядки наводят. Гатагов. Ох, как прошел. Воу-воу-воу-воу, полегче, братиш. Вот это было опасно. Шоу, просто красавец. Соболев. Соболев. Пас на Ахмедова. Ахмедов обратно на Соболева. Не было офсайда, что ли? Не было. Шоу опять же вытаскивает. Муса. Офсайд. Ага. Муса, крой. Крой его, крой. Вася. Витиньо. Какой пяточкой? Ты о чем, Витиньо?
Будет сейчас пас в центр. Вася. На Бабкин. Шоу опять же выручает. Ну, просто молодец. Ох, Абумиян в падень. Абумиян, куда ж ты развернулся-то? Дзагоев! Дзагоев! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Думбию показывают лучший в лиге у него. По мячам, 11 мячей. Хорошо, Абумиянг, разгоняй. Разгоняй атаку. Абумиянг. Опа, хорошо, Абумиянг. Уйди, Муса, уйдите все. Абумиянг летит. Навес, Думбия, удар. Памазан. Что же сейчас творит Памазан? Посмотрите эту атаку. Навес, Думбия уже пробивает и... Ай-яй-яй-яй-яй. Навес. Мусы. Игнашевич! Мимо ворот. Памазан. Хорошо. Куда же этот пас направлялся? Ещенко. Ещенко, оставь мяч. Оставь мяч, Ещенко. Бесплатную программку распространяет наш комментатор. Так что вот так вот. Загоев. Загоев. Зага. Абумиянг. Муса. Как было все это замечательно-то сделано. А надо забивать Анжита. Анжита нам надо забивать. Загоев, давай. Давай, мать. Пашу. Пробить. Догнать. Навесить. Ударить. Не забить. Ай-яй-яй-яй. Догоняем, догоняем, догоняем Ахмедова. На Бабкин. На Бабкин твой фланг. Витиньо. Хорошо успел. Красавец. Ой, какой Витиньо, это Абумиянг же. Ахмедов. Махарчан. Вот это сейчас просто... Взрыв моего мозга на нуле. Да, Муса желтую. Нет, ничего ему не дали. Анжи. Анжи нас вы... делает. Сколько у нас моментов было? Вы же видели. О, сейчас желтая будет точно. Свет, ты добрый сегодня. Удар. Нет. Скидка, удар. Кенфеев, быстрее. На Бабкин. Абумиянг. Ещенко. Гадина такая.
Прессинг, прессинг, парни, прессингуем. Пас на фланг. Ну опять фол, да что ж ты? Да не беги там, видишь, забой в шлагбаум тебе поставил. Вот так вот. Думбия, остановись. Вот это просто. Эльм. Хороший эльм. Да что ж такое-то? Полы. Отбираем мяч, ну же. Да опять фол, да. Ну вот, все-таки Василий Березовский получил свою желтую карточку. Все. Проиграли мы эту игру. Хотя столько моментов было, что просто жесть. Ну что ж, увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!